Серия 14. Мэн Йо и воды леты. Ли Бугуй не смог сдержать себя. Что такое? Сяосе, чего ты такой красный? Был с госпожей Шень? Мы. Ладно, хорошо, что ты рад. Госпожа Шень хорошая. Но так жаль, что она влюбилась в духовного стража. Что это? Платок, пропитанный слезами Ли Бугуя. Вышло? Именно. Как и ожидалось. Раз заставила его плакать, чего не взяла хотя бы миску? Взяла. Но он так горько плакал, что у меня не хватило духа ее подставить. В любом случае, все ингредиенты собраны. Проблем не будет. Интересно, как там госпожа? Я довольно долго собирала ингредиенты. Похоже, Ли Бугуй теперь доверяет тебе. Съест все, что дашь ему. Похоже, скоро ты вернешься домой. Я рад за тебя. Да. Теперь я смогу вернуться домой. Но почему на душе от этого так грустно? Раньше ты обычно говорил, о чем меня почуешь. Что сегодня не так? О, этот суп называется супом забвения. Забвение? О, он такой вкусный, что ты забудешь обо всех проблемах. Ясно. Красивое название. Тогда я попробую. Ли Бугуй, есть еще что-то, кроме мести, что бы ты хотел сделать? Что я хочу? Не хочу, чтобы ты виделась с Жан Шенем. Нет, сейчас не обо мне речь. Я про тебя спрашиваю, чего ты хочешь? Что я хочу? Не хочу видеть, как ты кокетничаешь с Жан Шенем. Ты... такой ребенок. Не дуйся. Я очень рад, что ты помогла мне увидеть моих родителей. Я был неправ. Тыковка. Спасибо. Почему плачешь? Ли Бугуй, если однажды ты узнаешь, что я предала тебя, что ты будешь делать? О чем ты сейчас? Тыковка, прошу, помни, я приду к тебе, в какой бы ты ни оказалась беде. Не беспокойся ни о чем. Хорошо? Не плачь. Брат, суп остыл. Давай я подогрею. Не нужно. Поем и холодный.
Если не сейчас, то большой шанс может и не подвернуться. Почему? Время еще есть. Любовь такая загадочная штука. Мне вообще-то все равно. Я решил быть Сюи. Но ты должна спасти свою госпожу и Лин Юань. Понимаешь это? Да знаю я. Уверена, что возможность еще будет. Но только не сегодня. Господин, спасибо за зеркало. Я должна извиниться перед вами за то, что вчера в спешке оставила вас. Это в прошлом. Забудьте. Даже если любили в прошлой жизни, то это было в прошлом. Завтра я возвращаюсь в поместье Юйлин. Прошу, позаботьтесь о себе. Господин, вы отсюда уезжаете? Да. Тогда позвольте вам пожелать найти красивую и добрую супругу. Спасибо. Ты был прав. Джан Шэнь странный. В поместье Юйлин живет молодой господин Джан Шэнь, но он слаб и не переносит солнечного света. А тут он неожиданно наведывается к нам каждый день. Похоже, рыбка на крючке. Ты! Господин, где тыковка? Ушла с утра и еще не вернулась. Куда ушла? Это было в ее покоях. Павильон Хуанкай. Кстати, эту настойку я делал лично. Она увлажняет кожу. Хотел подарить ее вам после того, как съели бы ягоды. Но сейчас возьмите ее на память. Могли бы вы оказать честь и попробовать ее? Но лосьон очень нежный. Его нужно правильно наносить, чтобы он подействовал. Я просто хочу вам немного помочь. Хорошо. Давайте. Прошу. Так? Простите. Ничего. Госпожа. Теперь наши отношения и правда закончились. А раз так, я не задерживаю вас. Господин, идемте. Давайте повеселимся. Проходите. Заходите. Ли Бугуй. Почему он здесь? Павильон Хуанкай – знаменитое место среди мужчин. Уверен. Он пришел развлечься. Думаю, и господин Ли вам не подходит. Госпожа, прошу, позаботьтесь о себе. Я пойду. Хорошо. Стойка. Госпожа, вам письмо. Мне? Спасибо. Тыковка, я выяснил, где Цзибо Фэн. Жду тебя в павильоне Хуанкай, приходи. Гуй. Тыковка. Джан Шэнь позвал тебя, и ты пришла? Что за дерзкое поведение? Джан Шэнь? Разве не ты меня позвал? Вот, смотри.
странно. Что за аромат? Это лосьон. Джан Шэнь подарил мне его, а я по глупости разлила все. Уйди. Уйти? Ли Бугуй, что с тобой? Говорю, уходи. Что непонятного? Разве я могу тебя сейчас бросить? Ты неважно выглядишь. Что с тобой? Не пугай меня. Ли Бугуй, мне больно. Это не лосьон, а афродизиак. Афродизиак? Именно. Уходи. Афродизиак? Я всю жизнь был очень осторожен. Поэтому они решили действовать через тебя. Прости, я сглупила. Ли Бугуй, ты же сильный, ты должен справиться. Ты слишком многого от меня хочешь. Ли Бугуй, не надо, ты же не такой. Тыковка, знаешь, почему меня зовут демоном? Тыковка, послушай. Не трогай. Тыковка. Не трогай, не трогай. Хорошо, не буду. Я виноват, не сдержался. Скажи, что мне сделать, чтобы ты простила? Прости. Прости меня. Не подходи. Не подходи. Тыковка, мы через многое прошли. Если... Если бы не встретила тебя, все бы так не обернулось. Со мной бы ничего не случилось. Ли Бугуй, я тебя ненавижу. Она его убила. Почему не увернулся? Тыковка. Не хочу, чтобы ты ненавидела. За мной придут. Уходи. Быстрее. Ли Бугуй. Ли Бугуй. Прости. Скажи, что мне делать? Не плачь, не надо. Возвращайся. Шэнь Чжуюэ уведет тебя. Меня не будет рядом. Поэтому... Ты... Ли Бугуй. Ли Бугуй. Ли Бугуй, Ли Бугуй, очнись, очнись, Ли Бугуй, очнись, Ли Бугуй. Чуть-чуть,